Все больше инфляция ускоряется и в Польше. В июне она приблизилась к 16%, хотя по прогнозам аналитиков таких значений показатель должен был достичь только в августе. Страх голодной зимы гонит поляков за покупками в Беларусь. Огромные очереди на выезд в нашу страну наблюдаются с пятницы. Очевидцы пишут, что жители соседнего государства готовы проводить в дороге несколько суток, чтобы купить белорусские продукты. Напомню, с 1 июля для польских граждан Беларусь ввела безвизовый режим, чем активно и пользуются наши соседи.